Если вы все-таки решили использовать профессиональный инструмент, полагайтесь на знания или здравый смысл. Данный ножи относятся к профессиональному инструменту. Работать и использовать данный инструмент необходимо только квалифицированному персоналу. Сегодня мы рассмотрим ножи серии NMI. Это ножи монтерские, которые предназначены для работы под напряжением до 1000 вольт. Но это не говорит о том, что необходимо защищать провод под напряжением. Нет, перед началом работы все-таки необходимо обесточить линию. Лезвие ножей изготовлено из высококачественной стали. Корпус выполнен из термопласт резины. В этих ножах даже есть специальное место для удобного размещения большого пальца. Также нож оснащен специальным чехлом для хранения и безопасной транспортировки. Модель NMI-04 и модель NMI-05. Лезвие в данных ножах частично изолировано. Это защищает от короткого замыкания. Также модель NMI-04 оснащена встроенным чехлом для безопасного хранения и транспортировки. Лезвие на данном инструменте по необходимости можно заменить. Второе лезвие входит в комплектацию данного инструмента. Каждый нож имеет свое индивидуальное лезвие. К примеру, модель NMI-01 и 03 имеет изогнутое лезвие, что позволяет с удобством снимать изоляцию круглого кабеля. Также в модели 01 на конце есть специальная пятка. Для чего она, я покажу в процессе работы. Ну что, будем снимать изоляцию с провода, при этом использовать каждый инструмент в отдельности и периодически напоминать о безопасном его использовании, так как лезвие ножей очень острое. Вынимаем нож из чехла, при этом необходимо держаться за сам чехол. Не надо допускать того, чтобы ваши пальцы были на рукоятке, так как при вынимании вы можете обрезаться. Если ваш нож имеет встроенный чехол, то изъятие данного чехла необходимо проводить так, чтобы палец не пересекался с острием лезвия. Так делать не надо. Правильно извлекаем лезвие из чехла вот таким образом. Беремся рукой за чехол и поворачиваем. Будем снимать оболочку с провода ВВГ 3 на 25. Для этого мы будем использовать прямой нож. Сверху мы делаем небольшой надрез. Опять же, следите за безопасностью. Не располагайте пальцы под лезвием и по направлению самого ножа. Делаем небольшой заход. Мы прошли сверху сантиметра 3-4. После этого мы перехватываемся, располагаем нож от себя и продолжаем снимать оболочку. Довольно быстро и легко. Но для такого провода есть еще специальный нож. Как раз вот он, нож с пяткой. Данной пяткой мы слегка поддеваем оболочку и заводим ее вовнутрь. После этого также перехватываемся и снимаем изоляцию. Также этот нож можно использовать обратным лезвием от себя. Для снятия оболочки по окружности подойдет нож с изогнутым лезвием. А также можно использовать нож с пяткой. Существует множество кабелей, и у каждого из них своя изоляция. Выбирайте тот нож, с которым ваша работа будет наиболее безопасной.